играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре гордый ПЗ-2J, танк третьего уровня, проходная ветка Германии. Этот танчик идет у нас по линии, по ветке, давайте посмотрим. ЛТ-шек, так, где он тут? Вот он, ПЗ-2J, то есть с него начинается вся история ЛТ немецкого танкостроения. Вот. Легкий танк, насколько он хорош или плох, может быть, на нем стоит поиграть, спуститься со старших левелов. Сегодня мы с вами все это разберем в нашем полноценном обзоре по данному аппарату. Предлагаю уже по сложившейся традиции сначала пойти посмотреть бронирование ПЗ-2J. Идем. Итак, вот наш ПЗ-2J. Смотрите, а спереди-то он красный. Ну-ка, наверное, брони тут немыслимо. Смотрим. Нижняя часть, смотрите, в приведенке 84 рикошет. Круто, но он, правда, маленькая часть. В ЛД 90, 30, в приведенке 90. Блин, рикошет тоже круто, да? Центральная часть огромная, 32. Подбашенная рубка огромная, 30. Маска 30, 30 башня. Люк 30. То есть получается у нас, что только вот эти две маленькие части корпуса, они будут рикошетить. И, кстати, не только пулеметные снаряды, но и даже одиночные пушки. А вот самые большие детали корпуса в лоб, да, у нас пробиваются даже пулеметами на третьем уровне на вылет. Что касаемо борта, ну здесь все, 14,5, все грустно. Вот, а при танковании от борта может вытанковать какие-то пулеметные снаряды. Но это бред, и никто на ЛТшках на третьем уровне, я уверен, не танкует от борта. На легких танках. Погнали в ангар. Так, выяснили, брони, можно сказать, что нету. Потому что, ну блин, вот это ВЛД и вот это маленькое НЛД. Да, вот ВЛД будет на себя еще что-то брать, но НЛД уж точно нет. А стрелять будут в основном в центральную часть, ну и сюда все пробивается. Так, что у нас с пушкой? Давайте глядеть. Значит, стартуете вы на стоковой пушке первого уровня. 10 снарядов, там тыры-пыры. Пушка на самом деле неплохая. И прям торопиться за свободный опыт выскакивать на топовую пушку пятого уровня, вот, ну, не стоит. То есть можете и на этой поиграть, и даже на этой тоже пулеметная. То есть это неплохие пушки, и учитывая подвижность танка, можно заходить в борта, в корму, играться и прочее-прочее. Поэтому не парьтесь. Топовую выкачаете, ну, как выкачать, так и поставить. А вот по поводу рации нужно ставить, потому что здесь 310 метров, а здесь целых 700 дальности, поэтому, а вы легкий танк, быстрый, можете далеко уехать своих союзников, увидите цели, и нужно будет передать информацию об этих целях, да, вашим союзникам, поэтому топовая рация это и нужна. Двигатель ЛТшки, безусловно, топовый нужен. Здесь 180, здесь у нас 150, как минимум процентов 10 вам подвижности этот топовый двигатель даст. Ну и подвижность на месте и все такое, конечно, топовую, ходовую, конечно, 44 скорость поворота, а здесь, наверное, 40, да, так и есть, тоже нужно качать. Да, нужно качать, нужно, если хотите комфортно играть на этом танчике, нужно качать. Вот. А что касаемо оборудования, однозначно турбина, однозначно просветленная оптика, другие здесь даже варианты не рассматриваются. По снарядам, ББХ у нас летит 940, и это ой как хорошо. Вот. А голда здесь под кол летит 960, чуть-чуть быстрее, но на голде пробитие 110, а на основном снаряде 95. На этом танке можно приспокойно играть на основном снаряде, вот прям точно 95. Вполне будете пробивать практически все. Даже какого-нибудь джедая будете пробивать сбоку и сзади на 100% на обычном снаряде. Голда здесь пробивает на третьем уровне абсолютно все. Вот, по снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка. Экипаж здесь у нас, три члена экипажа, командир, механик-водитель, радист. У нас нету наводчика, у нас нет заряжающего. Пулемет сам заряжается, сам наводится. Прям какой-то современный танк. Ладно. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком боевое братство, дальше качать, как показано в табличке. Поставили вот такое оборудование мы, да, экипаж у нас почти три перка уже. Ух, пересадили со старших танков, да. А, давайте смотреть.
Пушка, кстати, минус 8 УВН, ну такое себе, сойдет. Вот. Время сведения 2.52, вот сводится немножко долго пушечка все-таки. Вот. Разброс 0.55, разброс просто, пацаны, я вам говорю, чумовой. Просто, ну, только в упор танк играться может, только в упор. Вот, по ХП смотрим. 425, такой средний показатель для ЛТ. По мобильности 69 вперед, 22 назад, почти 18 лошадей на тонну. Хорошая максимальная скорость, но ему бы еще плюс 10 лошадей бы, чтобы он ее побыстрее набирал, потому что набирает он ее медленно. А если, не дай бог, вы поедете в бугор, то еще медленней. Все-таки мотор от газонокосилки. По незаметности у меня не полностью еще, не у всех даже вкачан перк. Со старших танков посадил по незаметности, поэтому, ну, 30. Танк невысокий, танк маленький в целом, да, и поэтому, если перк вот еще одного члена экипажа и все вообще до 100% качать, будет где-то в районе 32. Вот, по обзору у нас 338 метров, у нас штраф, командир не обучен на эту машину, минус 32, так было бы 370. И обзор у вас, скорее всего, будет по-другому, командир будет обучен на эту машину. И, соответственно, вот 370 среди легких танков на третьем уровне, это очень хороший обзор. Давайте по плюсам и минусам этой машины. Хорошая подвижность, максимальная скорость хорошая, но... Достаточно вяло набирает все-таки он эту максималку, поэтому это больше плюс, нежели минус. По броне, брони нету, это минус. По пушке, хорошее пробитие, но очень долго сводится и, кстати, очень долго заряжается. Заряжается у нас сколько? Перезарядка полная, да? 16 секунд, 16, а это песок. Подвижность и прочее, поэтому это и плюс, и минус этой машины. По обзору царь, прям по обзору царь, по незаметности тоже хорошие показатели, поэтому что обзор, что незаметность, плюсы для этого танка. Вот, играется как? Нужно искать на карте места, где можно отыграть в упор, используя свою подвижность и используя свой колоссальный урон, хорошее пробитие. Ну, к сожалению, придется играть в упор. Да, вы скажете, нет брони, нету. Но это ЛТ, играется как ЛТ-луч, может быть, знаете, такой аппарат на четвертом уровне. Да, нужно кружить противника, заезжать в корму, в бока и расстреливать. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как данный аппарат играет в современном рынке. Погнали! Так, попали мы на Энск, попали ко вторым уровню. У нас обзор танчика ПЗ-2G, это танк второго уровня, легкие ветки, прокачиваемые в Германии. Обзор боя, да. У нас очень хорошее пробитие на голде, которое я и думаю сейчас на самом деле реализовать. А почему бы и нет? Вот. Два лайт. Так, что у них тут, высоко бронированные аппараты есть? Ну, нам не важно, у нас хорошее пробитие. Сейчас будет. Нам нужен ближний бой навязывать. Поэтому сейчас поедем в город. Весело. Будем навязывать ближний бой. Мы помним, что мы долго заряжаемся. Наш пулеметик. Просто инвалид. Обнаружен. Враг уже близко. Хорошо пошло. Так, первые 144 выбили. Так, что-то у вас тут много, ребята. Больно. Мне аж страшно. Ты
за... миленькая. Так, я... Все вот это мои поездки, они связаны только с одним. То, что у меня долгое заряжание пушки. Что такое? Я прошу прощения. Прошу прощения, у меня скриншотер сработал включен. Ладно, 600 настреляли. Такое бывает иногда в танках. Подбираемся к Т-29. Это мне нравится. Получи. Так, а кто у них, где он? А куда пазик делся? Вон он. Поскакал на захват. Ну, ребят, косарь дали. Да, косарь. Ну, стиль игры барабанный пулеметный танк. Эх, ему подвижности побольше, цены не было. Враг уже близко. Сяди повсюду. Хорошо пошло. Это мне нравится. Вот и делаем, да? Добром это не кончится. Ух, что там эти? Меня задели! Короче, косарь почти 43, 1100 суммы. Насветили, еще настреляли. Боясь. Первое место по урону. Вот такой вот танк. Да. Настреляли. Ух, настреляли. Ну, у них туповатые противники на самом деле были. Потому что такой толпой стояли, а у меня долгая перезарядка, с ними порвались, меня просто бы разорвали. Не смотрите на этот бой, то что там я столько настрелял, просто команда туповато была напротив. Вот, так бы они давно уже меня вынесли. Вот, но танк такой. Результаты боя, пожалуйста, первое место. Первое место по урону, еще даже насветили. Минус 37 тысяч, потому что на голде сидели. Вот, ребята, ну, это все-таки проходной танк. Есть премы, на которых вы будете фармить в песке, да, и поэтому, ну, наверное, не знаю, ПЗ-2Ж, будете ли вы на нем задерживаться, поиграть, спуститься в песок на этом танке. Наверняка у вас других танков будет дофига. Но, при всем моем уважении, этот танк проходится, я думаю, ветки очень быстро. Достаточно так лояльно. Вот, пишите свои комментарии по данной тачке, какое вы используете оборудование. Я все-таки считаю, что без турбины уж точно ехать не будет, а глаза ему позволяют в определенных ситуациях еще что-то там насветить. Вот, и побыстрее пройти ветку, выскочить на 4 левела. Вот. Спасибо за просмотр. Ставьте свои жирные танковые лайкосы. Подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки?
Подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.